выборы, они для чего сделаны? Для того, чтобы население могло тому или другому депутату вот, доверить выполнение определенных обязанностей. Правильно? Ну, поэтому надо обязательно этим воспользоваться. Ну, как так, уходить в сторону? Мы все живем в одном государстве. Конечно, мнения могут быть разные, поэтому мы сегодня смотрим. Предвыборная кампания по полной идет, как бы можно посмотреть, понимаешь, вот, кто с какой программой выходит, за кого как бы голосовать, вот, и ориентироваться, кто-то, может быть, в большей степени популистские программы выдвигает, а другие партии, другие кандидаты, они, ну, более конкретные вещи предлагают. Поэтому надо ориентироваться и обязательно идти на выборы. Для того, чтобы можно было поддержать того или другого кандидата, вот, который ближе к тебе, понимаешь ты его больше, те вопросы, которые он поднимает, понимаешь, вот, или партия, которая выдвигает определенные программы, вот, позволяет сориентироваться и проголосовать соответствующим образом. Так что в обязательном порядке надо идти на выборы.